проник к вам ко всем. Я не из тех, кто за спиной так тщетно лицемерит, кто у себя за пазухой змею за травою пригрел, затем злорадствует, довольно так умеет. И несмотря на то, что с завистью совсем другой, моя душа всегда открыта нараспашку. Всегда открыта, и я именно просто такой. И не могу тетрадной быть я промокашкой. На злобу кто вонзает в спину острый нож и салютует с радостью порывом мщения, изобретательно тверди все время ложь. Не подобает жить, когда будет решение. Душа у тех вся омерзительна, у цели всегда порядком, к пиршеству своих у тех. И сторонятся, взяв тайм-аут на неделе, что ужасает взгляд придирчивый для всех, что их и души норовят всегда трезвонить, не заставляя содрогаться в трудный час. И у кого мирская власть всегда созволит душой гнилой проникнуть, попытаться в вас. Из червоточины гнилья повсюду лезут, всех заражая своим вирусом опасным нам, не понимая ни на грош, судьба калечит. Противно корчится, что всем нам по делам. И умножает 10 раз, а может больше, с душой алчно живу за счет всех нас. Давай, барыга, пополняй кошель свой толще, с душой гнилой кровавой, нажитый за вас. Прильну я к тем с душой своей открытой прямо, кто верен мне и, безусловно, что-то смог. Не льстит в словах, по мере даже пьяный. И у кого всегда с душой только Бог. Вот такие мои стихи я прочитал в прямом эфире всем вам, кто меня знает, кто ценит мое творчество. Не обижайтесь, про кого я так усердно тут прочитал. Кто-то кому-то это есть над чем подумать. Вот и все. Спасибо за внимание. С вами был Алексей, доктор Мишин, ваш покорный слуга. Спасибо вам.